Все живут в новых домах, и вы все. Я тоже живу в новом доме. 33 этажа, 1 дом. Солнышко, а вы помните, вы на Лобнинской 13 также приехали, орали? Вы на Лобнинской 13 также приезжали? Это звезда Ютуба. Да все, не приставайте к женщине, она отошла от вас, все. Она у меня на моих глазах. 24 этажа и 2 дома, 17 этажей и 2. Это не все дома, нет. А далее идут более низкоэтажности. Но все, что я перечислила, это уже высокие этажи. Так ведите себя аккуратно. 18 этажей до 44, это 29 домов. Вот такой высокоэтажности. Вот такие как дома. Далее идут тоже более низкоэтажности. 15-14 А я вам хочу сказать, что существует статья. Без моего ведома вы не имеете права меня снимать. Объясните мне. Объясните и скажите, что вы не имеете права меня снимать. И если я где-нибудь увижу сюжет, я вас засужу. А 400 до 500 тысяч в районе всех судей. Буквально всех судей. Ее тут где-то не бывает. Дайте послушать людей, что вы орете. Но, наверное, есть такие да, желающие, которые хотели бы разъехаться с родителями, детишек и так далее. Но это не значит, что все сказала, дома должны быть по 100 метров. Штраф. У нас здесь что? Без моего ведома вы не имеете права меня снимать. Скажу сразу, что по программе реновации, если вам предлагают с повышенными метрами, так, подождите. Я к вам. Она хочет у меня телефон отнять. Мы в общественном месте, она снимает. Она меня не имеет права снимать без моего ведома. Объясните. Вы ее снимаете? Да, она меня снимает. Не, а вот давайте посмотрим. Вот дом, смотрите. Ой, выйдите, пожалуйста, с кадра. Предоставьте бумагу. Вот сейчас то, что вы сняли. Предоставьте. Ой, пойдемте с вами, давайте я отойду. Пойдемте, давайте я отойду. Ой, пускай напишет заявление.